Спокойно, Тайсон. Спокойно. Не подходите ко мне! Не подходите ко мне с этим мерзким животным! Как вы вообще посмели сюда прийти? После того, как ваша гнусная собака меня покусала всю! Не все. А я говорю, все. Не все. Мой муж говорит, что все, мужу виднее. Я на вас в суд подам. Не надо в суд. Но я же сразу сказал, что я готов все уладить. Уладить он готов. Давайте компенсацию. Чего на меня смотрите? Вы деньги принесли? Нет. Но я был у нотариуса, и он все уладил. Что уладил? Что он может уладить? Меня покусала ваша собака, это факт. А вот и нет. Вот, пожалуйста. Нотариально заверенное дарственное. Я вам вот эту собаку подарил. Так что это не моя собака вас покусала. А чья? Это ваша же собака, вас же и покусала. Так что можете наказывать ее сколько хотите. Не надо! Где мы? Место! Не надо! Место. Не надо! Понимаете? И держите вашу шавку на привязи. Поразводили тут зверья. Людям пройти невозможно.